Теперь вторая часть вашего вопроса, касающаяся моего письма в Верхнюю палату российского парламента с просьбой отменить постановление, дающее право президенту Российской Федерации применять вооруженные силы на территории Украины. Действительно, я сегодня такое письмо в Совет Федерации направил. С чем это связано? Во-первых, с тем, что получено такое разрешение, и моя просьба дать такое разрешение была направлена в тот момент, когда разворачивались события вокруг Крыма. Я не исключал возможность применения вооруженных сил. Как вы знаете, мы в прямом смысле для боевых действий, слава Богу, вооруженные силы не использовали. Более того, мы даже не превысили численность вооруженных сил России в Крыму, предусмотренных международным договором. И в этом смысле президент России и не воспользовался данным ему Верхней палатой парламента правом. Да, я не буду скрывать, я уже об этом говорил. Мы использовали наши вооруженные формирования для того, чтобы обеспечить свободу волеизъявления крымчан. Мы использовали для блокирования некоторых вооруженных формирований украинской армии с тем, чтобы она не вмешалась в процесс волеизъявления и чтобы не было жертв. Но с точки зрения боевого применения использование российских вооруженных сил в Крыму не состоялось. И слава Богу.